В этом году футбольный клуб «Шахтер» празднует двойной юбилей – 65-летие клуба и десятилетие с момента исторического выхода в Лигу Европы в сезоне 2013-14 годов. Именно карагандинский «Шахтер» вывел казахстанский футбол на международный уровень, став первой командой, вышедшей в групповой этап Еврокубков. В честь знаменательного дабл-юбилея в клубе прошла пресс-конференция. На ней побывал Роберт Граф. За 65 лет футбольный клуб стал как бы символом города Караганды, и не только, и именно этот клуб, который вышел, вывел, можно сказать, казахстанский клуб на международный уровень, это при выходе в групповую стадию, до этого ни одна казахстанская команда не добивалась этого. И отмечая эти даты, мы хотели бы в первую очередь рассказать, чтобы наши помнили наши футболисты, знали наши традиции, чтили, знали, в каком клубе они играют, за что они играют. Чемпион Казахстана 2011 и 2012 годов, бронзовый призер чемпионата Казахстана 95-го, 2007-го и 2009-го годов, обладатель Кубка и Суперкубка Казахстана, а также участник группового этапа Лиги Европы УЕФА 2013 года. И все это футбольный клуб «Шахтер», который в этом году празднует 65 лет с момента возникновения. Команда «Шахтер» в те годы всегда, сколько сезонов не проходило, всегда в лидерах. Народ тогда у нас стадион был на 33 тысячи полный. На деревьях болельщиков было немало, потому что не хватало мест. Вот. И в те годы даже был такой опрос, как я вспомню. И в то время я уже играл в составе «Шахтера». Команда выигрывает. Ну, такой социологический характер. И получалось, что производительность труда повышала порядка на 3%. А выигрышей клуба не сосчитать. В 70-х годах прошлого века «Шахтер» выступал в первой лиге советского футбола и стал первым клубом, попавшим в групповой этап Еврокубков. Сегодня карагандинцы не останавливаются на достигнутом. Они продолжают совершенствовать отечественный футбол, взращивая новых чемпионов. Сейчас в Казахстане появился новый проект, «Куджи-лига» называется. Это юношеский футбол, это впервые такое в Казахстане. Поэтому там такой же формат, как и у основного состава, как и у дублирующего состава. Я работаю, да, с этими ребятами, чтобы они быстрее попадали в основной состав. По случаю знаменательного дабл-юбилея клуб готовит для своих болельщиков приятный сюрприз. В этом сезоне планируется вновь собрать легендарную команду 13-14 годов на любимом стадионе. Спешите увидеть эту игру, как и все матчи, в которых играет и защищает честь горняцкой столицы футбольный клуб «Шахтер». Роберт Граф, Миржан Джумамуратов, Наталья Заяц, Пятый канал.